специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка. Друзья, ремонт. Конечно же, когда наступает весна, хочется ремонт. Правильно? И вот смотрите, быстрый ремонт самыми популярными цветами сегодня возможен, который выбрали именно вы. Задумали обновить интерьер и поменять дизайн вашего дома? Вам на это потребуется всего час и никаких дополнительных затрат на дорогостоящих материалов, да, ну, мастеров в том числе. Сегодня нам расскажет, как сделать ремонт за час Алексей Мичурин, эксперт телеканала Шоп-н-Шоу, за плечами которого не один ремонт в жизни. Олечка, это невероятный, я бы даже назвал фантастический материал, потому что он полностью готов уже к тому, чтобы его наклеивать на стены. Плюс ко всему, стены не нужно специально обрабатывать. То есть вы снимаете защитный слой бумаги и по принципу детской наклейки наклеиваете этот блок интерьерного покрытия уже на стену. Стена может быть абсолютно разная, и не нужно ее специально готовить. Я имею в виду штукатурить, выравнивать, покрывать шпаклевкой и так далее. То есть вы накладываете блок и просто разглаживаете его по стене. Благодаря своей вот такой вот объемной фактуре этот блок уже будет скрывать все неровности на стене. Плюс ко всему, поскольку он сделан из вспененного ПВХ, этот материал не боится влаги, этот материал не боится никаких загрязнений. Если вы его будете использовать, допустим, на кухне, либо в ванной комнате, то при попадании влаги, а также при каких-то художествах ваших детей, вы сможете всегда его протереть, за ним поухаживать. То есть это блок интерьерного покрытия, который заменяет собой кафельную плитку. А значит, вам не нужно будет переплачивать. Значит, вот за небольшие деньги вы сможете оборудовать и кухню, и ванную, и душевую кабину. То есть там, где влага может попадать на стены. Слушай, ну и плюс дополнительные качества – это теплоизоляция. Вот. Это звукоизоляция. Это ветрозащита, которая обеспечивает блоки за счет того материала, из которого они сделаны. Друзья, смотрите, как это здорово. И главное, быстро, без всяких штукатурщиков. Давайте цвет посмотрим и выберем вам. Да, вот для вас. Есть сосна под дерево, есть массив дуба. Я считаю, что это те самые варианты, которые нам пригодятся совсем скоро на даче. Вообще идеально. Есть еще карагач, золотой ретро кирпичики, просто кирпичный оттенок, греческий мрамор с голубизной легкой, очень симпатично будет смотреться. Друзья, видите, фактуры разные. Есть кирпичная фактура, а есть деревянная фактура. Очень эффектно, правда? А главное, необычно. Мне очень нравится альпийский дуб. Вот альпийский дуб, если вы смотритесь, такое впечатление, что каждый кирпичик выпилен из дерева. Но вы в природе такого просто не найдете. Это эксклюзив. Есть белый дуб. Опять же таки, фактура дерева. Представьте, на дачу приедете, там сделаете ремонт. Вместо вагонки гораздо дешевле получится, а смотреться будет просто эксклюзивным образом. Белый гранит. Все дизайнеры рекомендуют именно такую фактуру под мрамор. Еще есть белый кирпич, ваш любимый, который можно комплектовать с любыми другими цветами, которые мы сегодня вам представили. Вообще, это лидер продаж. Блок интерьерного покрытия. Бестселлер. За 40 минут презентации по статистике продается более 500 комплектов. Смотри, Алеш, в комплекте мы получаем сразу 10 листов размером 70 на 77 сантиметров. И еще сегодня будет действовать акция. Смотри, заказывая один комплект, 10 листов, цена 3499 рублей. Но многие, конечно, берут по 2, по 3. Если 1000 рублей скидка. Если берем 3 упаковки, соответственно, 1500 рублей экономим. Вот так. Ну, шикарно. Предложение, друзья, для того, чтобы действительно полноценно сделать ремонт. Как сделать этот ремонт, вы увидите сейчас на своих экранах. Блоки интерьерного покрытия можно наклеивать без привлечения профессиональных бригад. Вот смотрите, здесь хрупкая, милая женщина самостоятельно наклеивает на стену. Что такое 5 квадратных метров? Как раз вот вы сейчас видите, это полностью была упаковка, которая была наклеена на стену. Поэтому, ну, действительно, блоки очень интересные, очень практичные и долговечные материалы. Знаешь, Алеш, мне вот тоже хотелось иногда своими руками уже взяться за ремонт. Когда мы делали ремонт, ты знаешь, 2 года практически мы его делали. 3 бригады строительных сменили. Мы все следили за твоим ремонтом. Да, и слава богу, сейчас мы уже живем в этой квартире. Но был период, когда я говорила мужу: слушай, говорю, Дим, ну невозможно нормальных строительных бригад найти. Давай сами возьмем да и сделаем. Он говорит: Оль, если бы мы умели, мы бы давно это сами сделали. На
самом деле, смотри, Алёш, в принципе, ну никакой профессиональной подготовки не нужно для того, чтобы овладеть вот этим искусством наклеивания. Да, абсолютно верно. То есть, если у вас недостаточно средств, либо не хочется тратить времени на то, чтобы делать ремонт, вот, ну вот прям тратя на это много денег, вы можете использовать блоки интерьерного покрытия. Посмотрите, какая неровная стена. Вот, вот. С проводами, с дырами, со всевозможными неровными переходами между одними блоками и другими. Мы не штукатурим, мы не выравниваем, а мы наклеиваем блок поверху этой неровной стены. И посмотри, здесь не видно теперь то, что здесь идет провод, то, что здесь дыра находится, здесь дырки. А значит, этот блок действительно экономит наше время и наши нервы, и наши деньги, когда мы делаем с вами ремонт. Посмотрите, какие результаты и какие интерьеры делают наши телезрители. О, смотри, если вот съемная квартира, например, стены исписаны, ну не будешь же ты делать дорогостоящий ремонт чужой квартире, правильно? Взять дачный домик какой-нибудь, гараж, да, или другие помещения. Потолок не отваливается, смотри. И сегодня у нас есть потолочные блоки, специально разработанные для того, чтобы их наклеивать на потолки вот таким же способом, как мы наклеиваем на стены. На любые или поверхности подходят наши блоки? Абсолютно на любые. Это могут быть ОСБ-плиты, либо фанера, это может быть металл, это может быть старая кафельная плитка, ее можно не снимать. Это может быть окрашенная стена, дерево, либо бетонная или кирпичная стена старная. На эти блоки наклеиваются абсолютно на все поверхности. Давайте так, пройдемся по вашему дому и немножко помечтаем. Зайдем в ванную комнату, зайдем в туалет, зайдем на кухню, в гостиную. Ведь хочется к весне обновления, правда ведь? И вот сегодня, заказывая блок интерьерного покрытия, вы должны четко понимать, что вы своими руками возьмете и сделаете ремонт своей мечты за час. 3499 рублей за один комплект, 10 листов в комплекте размером 70×77. Берем два набора, получаем дополнительную скидку 1000 рублей. Если берем три набора, 1500 рублей экономим. Ну, еще раз о практичности. Это не только красивые, это и практичные блоки, которые легко моются, которые можно также использовать в ванной комнате, на кухне и в других помещениях. Плюс ко всему, они обладают эффектом звукоизоляции, влагостойкости, теплоизоляции, антивандальности, антистатическими свойствами, ветрозащиты, ну и выдерживают прямые солнечные лучи, не выцветая. Отлично. То, что в мокрой зоне можно использовать, особый респект хочу сказать. Это здорово. 3499 рублей – это самая выгодная покупка.